Массовая стычка в немецкой электричке. Около 20 человек подрались в региональном экспрессе, который выехал из Фрайбурга в направлении швейцарского Базеля. В ночь на понедельник в поезде поссорились две компании. В ход пошла арматура и ремни безопасности. Чтобы не попасть под горячую руку, спутники хулиганов были вынуждены прятаться под сиденьями. Как минимум 2 человека пострадали, это участники побоища. Поезд экстренно остановился на ближайшей станции после того, как один из пассажиров дернул стоп-кран. Зачинщиков драки прибывшим полицейским задержать не удалось. Из-за случившегося состав прибыл в Базель с опозданием более чем на час. В Хемнице арестовали подозреваемых в убийстве 35-летнего немца. Это 23-летний сириец и 22-летний иракец. Мужчину зарезали во время массовой многонациональной стычки. От ножевых ран пострадавший умер в больнице. Это спровоцировало волну беспорядков и столкновений с полицией. Около 800 праворадикалов с расистскими призывами вышли на улицы города. Они вели себя агрессивно, бросали в стражи порядка бутылки и ввязались с ними в драку. В результате столкновений пострадал один полицейский. Также заявление о полученных травмах правоохранителям подали еще 2 человека – сириец и немец. Еще одно заявление об угрозах со стороны демонстрантов поступило от болгарина. Чтобы остановить националистов, в город были дополнительно направлены силовики из Лейпцига и Дрездена. Такой всплеск насилия шокировал жителей и власти населенного пункта. Местная администрация решила досрочно прекратить городской праздник. Убийство ужасно в любой день года. Когда такое происходит в разгар городского праздника, это привлекает особое внимание, и это становится особой трагедией. Но когда я увидела, что происходит в соцсетях, а потом и на улицах, я ужаснулась. Тот, кто делает такое, выходит за рамки закона, и этому не может быть оправдания и прощения. Полиция же готовится к возможной новой волне акций, поскольку в соцсетях распространяются призывы к выступлениям. Осудили нападение праворадикалов в Хемнице в правительстве ФРГ. В Германии нет места для самосуда и экстремизма, заявил его представитель Штефан Зайберт. Большая семья – большие тайны. Полицейские Берлина провели новые рейды против членов арабского преступного клана. На этот раз обыски были связаны с наркоторговлей. В ходе облавы арестованы 4 человека. С сегодняшнего утра мы обыскали несколько объектов в Тиргартене и Кройцберге. Это результат предварительного расследования деятельности наркобизнеса, который ведут некоторые члены большого крупного семейного клана арабского происхождения. По информации СМИ, члены этого же преступного клана фигурируют в нашумевшем деле об отмывании денег. В середине июля полиция Берлина конфисковала 77 объектов недвижимости на общую сумму около 10 миллионов евро. Правоохранители предполагают, что она куплена на украденные из банка деньги. Кроме того, еще несколько членов этой семьи с 2017 года находятся под подозрением по делу о хищении из Берлинского музея уникальной золотой монеты весом 100 килограммов и стоимостью почти 4 миллиона евро. Вышли на улицы. Тысячи людей приняли участие в 2 акциях протеста в молдавской столице. Первая из них была организована представителями оппозиционной левой партии ШОР. В ней приняли участие, по данным МВД, около 5000 человек. Лидер политической силы, мэр города Аргеев Илан ШОР, выступил с критикой правых партий, заявив, что они действуют не в интересах Молдовы и уводят республику с проевропейского курса развития. Участники второй акции протеста, организованной представителями правых оппозиционных партий, прошли колонны с флагами Евросоюза по центральному проспекту столицы. В марше приняли участие порядка 6500 человек. Митингующие требовали, в частности, чтобы правительство признало результаты выборов мэра Кишинева 3 июня, на которых победу одержал лидер партии «Платформа достоинства и правда» Андрей Нестаса. Результаты голосования были аннулированы в конце июля из-за незаконной агитации. Есть среди вас хоть кто-нибудь, кто уполномочил эту власть проголосовать за новую смешанную избирательную систему, которая выгодна президенту и всякого рода канальям, которые издеваются над этой страной? Нет. Вот почему я говорю вам, эта власть должна уйти, это правительство должно уйти. Пришло время потребовать их отставки. Участники обоих митингов в результате оказались на одной площади. Между участниками акции протеста начались стычки, в дело пришлось вмешаться полиции. В Болгарии национальный траур. Страна скорбит по жертвам ужасной автокатастрофы. В субботу перевернулся и сорвался в 20-метровую пропасть автобус с паломниками. Погибли 16 человек, еще более 20 ранены. По предварительной информации, шофер не удержал автобус на мокром асфальте. Транспорт ударил несколько автомобилей и рухнул на бетонную платформу под дорогой.
Его пассажиры направлялись в монастырь неподалеку от города Сваге. Это в 80 километрах от Софии, в салоне в основном были женщины, все погибшие старше 30 лет. У водителя автобуса, который также является владельцем небольшой компании автоперевозчика, травма головы. По данным полиции, транспортный парк предприятия проверяли полгода назад и нарушений не нашли. Компания специализируется на школьных перевозках. По словам местных жителей, участок дороги, где произошла трагедия, очень опасен. Здесь часто происходят аварии. В одном из египетских отелей при невыясненных обстоятельствах скончалось двое пожилых туристов из Великобритании. 69-летний Томас Купер и его жена, 63-летняя Сьюзан, были найдены мертвыми у себя в номере. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Что именно привело к резкому ухудшению здоровья супругов, пока неизвестно. Эксперты-криминалисты взяли пробу воды и еды в отеле, а также проверили номер на наличие утечек газа из кондиционера и системы вентиляции. Однако им ничего обнаружить не удалось. Туроператор в качестве меры предосторожности временно эвакуировал из отеля около 300 своих клиентов. Дочь британцев заявила, что не верит в естественную смерть своих родителей. Когда они вернулись к себе в номер в тот вечер, там было что-то, что их убило. Может быть, они надышались чем-то ядовитым, я не знаю. Я могу только строить догадки. Но что-то случилось в той комнате, и это погубило моих родителей. Следователи говорят, что результаты токсикологической экспертизы будут готовы в течение 10 дней. Как в компьютерной игре. Мужчина открыл огонь на турнире по киберспорту в американском городе Джексонвилл, штат Флорида. По данным полиции, он убил двух человек, ранил не менее 11, а затем покончил с собой. ФБР помогает нам в этом расследовании. Мы нашли машину подозреваемого. Мы думаем, он остановился на ночь где-нибудь неподалеку, возможно, в отеле. Стрелка опознали. Это 24-летний житель Балтимора Дэвид Катц. С собой у него был по меньшей мере один пистолет. Полиция уже обыскала дом мужчины. Он жил в Балтиморе вместе со своей семьей. Правоохранители пока не комментируют, что именно им удалось обнаружить, неизвестны пока и мотивы Катца. Турнир по видеоиграм проходил в ресторане торгового центра на набережной Джексонвилла. Во время стрельбы оттуда велась онлайн-трансляция. Мужчина, который открыл огонь, вероятнее всего был одним из участников соревнований, но проиграл. Организаторы турнира пообещали всесторонне сотрудничать с властями. Новые санкции Соединенных Штатов против России за использование боевых химических веществ с понедельника вступили в силу. Речь идет об инциденте в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь. Свою причастность к этой ситуации Москва категорически отрицает. Согласно новым ограничениям, американцы не могут больше продавать в Россию товары, экспорт которых в Вашингтоне расценивает как угрозу национальной безопасности. Это, например, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование. А вот технологии, необходимые для безопасности воздушных перевозок или для изучения космоса, по-прежнему доступны. Второй пакет ограничительных мер Вашингтон планирует ввести в ноябре. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц. В Москве привязку новых санкций к делу Скрипалей назвали надуманной. Отметили, что многие из них дублируют действующие ограничения и подчеркнули, что такие решения осложняют возможный диалог. На новый лад. Германия изменит стратегию в отношении США. Новый подход к отношениям двух стран разработали в немецком МИДе. Это приурочили году Германии в США, который начнется 3 октября. На мероприятия, связанные с этим, выделят 20 миллионов евро. За основу взаимоотношений с Вашингтоном в новой концепции указано сбалансированное сотрудничество. При этом главной целью немецкой внешней политики названо создание сильной и независимой Европы. И там, где Соединенные Штаты пойдут этому наперекор, в Берлине готовы выставить противовес. Отношения между Штатами и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий из Европы. В ответ Брюссель существенно повысил таксы на импорт целого ряда американских товаров. В Европе насчитали более миллиона проданных электрокаров, и это с начала 2018-го. А к концу года этот показатель должен достигнуть отметки в 1 350 000 авто. Продажи экологически чистых автомобилей увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Лидером в этом сегменте является Норвегия, на втором месте Германия, далее идет Великобритания. Однако в целом электромобили пока составляют только 2% от всех проданных машин в Европе.
Виноделы Шампани ожидают один из лучших урожаев за последние 10 лет. Сбор начали рано. Обычно он происходит в сентябре, но на этот раз многие винодельни уже приступили к работе. Зима была дождливая, а лето жарким и сухим, и это лучшее сочетание для вызревания ягод. Моя улыбка говорит сама за себя. Условия этого года очень радуют с точки зрения сроков сбора и качества урожая. Такого сочетания качества и количества у нас в Шампани еще не было. Это позволит нам заложить великолепные вина, которые появятся на рынке через 3 года. Как ожидают виноделы, объем производства шампанского в этом году вырастет в 1,5 раза. Прошлая осень была крайне неудачной для всех французских винных регионов, но Шампань обещает стать одним из лидеров по восстановлению рынка. Каждый год по всему миру продается 310 миллионов бутылок шампанского, а в подвалах виноделин ждет в своей очереди еще 1 миллиард бутылок.